Дмитр Петров был одним из них. И он принимал удел у протестах на Болотной площади у России в 2012 году. И он принимал удел у протестах на Майдане у Киеве в 2014 году. И он поехал у Курдистан в 2016 году, где змагался супроть ИГИЛу. Так само и он был на протестах и у Минску у 2020 году, коли кто из вас ішов побач нашим блоком, мог его там назирать. Ну и, конечно, после початку войны в Украине он поехал туда и пошел на фронт, где змагался как доброохотник,